10 крутых фишек для путешествий. Скручивание одежды. Вместо того, чтобы складывать одежду, скручивайте ее, чтобы сэкономить место в багаже. О, да. Воротники и ремни. Воротники мнутся в сумке. Скрутите ваш ремень и поместите внутрь воротника. Все готово. Носки и обувь. Скрутите ваши носки и затолкайте их в обувь. Можно поместить 2-3 пары в каждую туфлю. Бум! Обувь и шапочка для душа. Надоело, что обувь пачкает сумку? Наденьте на нее шапочку для душа. Проблема решена. Зарядка для телефона. Не можете найти место для зарядки телефона? Пользуйтесь портативкой. Батарейка всегда будет под рукой. Клипса для документов. Наушники вечно путаются. Используйте большую клипсу. Больше никаких клубков. Пищевая пленка. Отрежьте небольшой кусочек пленки. Используйте ее, чтобы ваши бутылки не протекали. Больше никакого беспорядка. Бутылка воды. Захвати с собой пустую бутылку воды в аэропорт. После прохождения контроля наполни ее водой. Пей воду. Верхняя одежда. Сложи штаны и пиджаки одним концом наружу. Следующую вещь положи напротив таким же способом. Складывай вещи одну за другой. Это помогает уменьшить количество складок. Замок для багажа. Защищай свои вещи при помощи специального замка. Чтобы его открыть, надо знать комбинацию. Но у него также есть специальное отверстие для службы безопасности, чтобы она могла открыть его, если потребуется. Полная безопасность. Какой ваш любимый совет?